В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось открытие международной молодежной научной конференции «Татарстан АПЭКСПРО». Все подробности далее. Открыл конференцию Данис Нургалиев и пожелал участникам успехов. И самое главное, чтобы вы получили на этой конференции заряд новой энергии, новых мыслей, ваших новых друзей. И что-то у вас в вашей жизни немножко изменилось в лучшую сторону. На мероприятии собралось около 150 участников из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других городов. Это платформа для взаимодействия участников и работодателей нефтегазовой сферы, где каждый может показать себя, свои навыки, свои возможности, которые они получили за годы обучения в своем университете, а также познакомиться с единомышленниками. Работы участников представлены в 8 секциях, направленных на нефтегазовые отрасли. Анастасия Тимофеева, организатор и участник конференции, рассказала о преимуществах своей работы. В моей работе я, получается, рассматриваю концентрацию поверхностно-активных веществ, я анализирую их, и, в принципе, это очень применимо для нефтяных компаний, потому что с помощью этих лабораторных экспериментов они далее могут оценивать уже активность поверхностно-активного вещества и смотреть, применимо ли оно для данного коллектора, для данного пласта нефтяного или нет. О важности и необходимости проекта рассказали и впервые участвующие на конференции студенты из Москвы. Отличная возможность показать себя, провести, услышать мнение экспертов, советы, стать лучше, ну и, возможно, найти новые перспективные знакомства в том числе. Для обмена опыта, чтобы нам увидеть какие-то новые разработки, идеи, пообщаться с ребятами, со студентами, со специалистами. Далее участники разделились по своим секциям и начали свои выступления. Энджи Минибаева, Ленар Давлетьяров, Универньюз.